Ох, хороший момент. И перевод, и бросок. И здесь пройди, и шайба чуточку выше. Наверное, Бочарову было бы сложнее. Ох, какой в итоге опасный момент. Но здесь и первый бросок, и второй. Потенциально голевые. У Витязя такая атака веером может получиться. И опять бросок, добивание. Что творит Бочаров? Фантастика. Должны были сейчас вторую шайбу хоккеисты Витязя забивать. Как там Иван среагировал? Сейчас Салават сумел прописаться в зоне московского «Динамо». Бросок будет ли еще один? Есть! И день вратаря для Бочарова начинается неплохо. И вот передача, обостряющая вперед. Здорово! Шанс, бросок! Это было сильно. И еще раз. Бочаров накрывает. Вот сейчас на 2 был заход Артема Федорова.